Добрый день, дорогие мои друзья! Мы продолжаем изучение темы построения нашей с вами идеальной библиотеки. Как мы говорили в прошлый раз, мы работаем сейчас над первым этапом. Мы снимаем мерочки, мы заполняем постепенно вот это техническое задание. Мы посмотрели на предыдущих двух видео, как снимаются вот эти мерки. Но это еще не все. Чтобы вы знали подробности всей этой истории, я не стала очень много и подробно рассказывать это в кадре. Тема сегодняшнего нашего видео называется «Характеристики стандартной фигуры» или «Как снять мерки и не сделать ошибок». Хитрость заключается в том, что я не просто снимаю мерки, а всякий раз, когда я измеряю ту или иную какую-то мерочку, я мысленно сравниваю ее со стандартной. Зачем мне это нужно? Затем, что? Ведь не зря же, затем, что я хочу не просто измерить по факту, что я там увидела, допустим, высота груди, скажем, там 22 сантиметра, да, а мне нужно проверить, как эта высота груди относится к мерочке высота плеча, косая там переда, скажем, да, и так далее. То есть между мерками существуют какие-то свои взаимосвязи, какие-то свои измерения. Почему они мне важны и почему они мне нужны? Да только лишь потому, что я пытаюсь свою выкройку сделать более качественной. То есть я хочу построить ее таким образом, чтобы в ней скрылись какие-то недостатки и подчеркнулись определенные достоинства. А какие достоинства? Достоинствами всегда будут такие измерения фигурки, которые соответствуют условно типовой фигурке или, говорят, стандартной фигурке. Вот почему сейчас существует так много методов построения выкройки? И в основном они все расчетные, возьмите того же Мюллера. Снимают по большому счету 4 мерки. А на самом деле на основании вот этих 4 мерок он рассчитывает какими-то формулами, с помощью каких-то формул, коэффициентов, непонятных прибавок, да, непонятно откуда берущихся прибавок, он рассчитывает предполагаемые измерения, чтобы отложить их в сетке нашей базовой конструкции. Так вот, и каждый делает это по-своему. Единый метод конструирования одежды, там одни формулы и прибавки. У Мюллера другие формулы и прибавки. В 10 мерках какой-то свой другой, допустим, подход и так далее. У Любокс там тоже другой, у Злачевской совсем другой подход и так далее. Все эти методы, почему их так много? Потому что их способы кроя называются, построение выкройки называются построение выкройки на условно-типовую фигуру. Они так же, как и я, пытаются построить хорошую форму. Но беда заключается в том, что в своих расчетах, не измеряя так конкретно, как делаю это я, и не откладывая именно ту мерочку, которую, допустим, сняла я, да, вот эту же мерочку ДТП или мерочку ДТС, а выбирая при этом какую-то условно-расчетную, они делают в своих предположениях гораздо больше ошибочек, чем делаю я. Понятно? И вот поэтому я считаю, что ваш выбор, ну, принесет вам больше пользы. В пользу моего способа кроя, достаточно понятного и простого, но только вы должны быть очень внимательны. И я делаю на самом деле то же самое. Помните, я не просто снимаю мерки, я делаю определенный анализ. Итак, начинаем. И всего этих ступеней, что ли, будет у нас 6. Посмотрите, первая ступень или первое правило, которое мы должны всегда учитывать и понимать. Значит, как только я сняла мерочку, полуобхват груди, талия, бедер, записала ее вот таким вот образом сюда, да, я сразу же знаю, что полуобхват груди у типовой фигурки, у стандартной, условно-типовой фигурки должен быть меньше, чем полуобхват бедер на 4 сантиметра. Вот на фигуры с такими вот особенностями, что ли, или с такими параметрами, будем говорить, да, всегда шилась одежда в Советском Союзе. Это был определенный ГОСТ, это был определенный такой стандарт. Поэтому я стараюсь увидеть вот такую вот историю. Но если у меня полуобхват груди не меньше,
не выполняется это условие, да, а равен, допустим, 50 полуобхват груди и 50 полуобхват бедер. Или даже еще круче, если у нас 50 полуобхват груди, а скажем 48 всего лишь навсего полуобхват бедер, то есть это даже больше, чем бедра, то фигурка у нас получается верхнего типа. Рисуется я вот таким вот перевернутым треугольничком. И тут же ваша мысль работает следующим образом. Ну, моя мысль, я рассказываю, как я думаю, как должны тоже думать вы. Ага, фигура верхнего типа. Я смотрю внимательно на нее со всех сторон, сзади, спереди, сбоку, перед зеркалом ее ставлю, между двумя вертикалями вот такими вот какими-то пытаюсь ее пристроить со всех сторон, чтобы понять, за счет чего, мои хорошие, у нее случилась вот такая вот особенность. Это уже особенность. Это отличие от стандарта, и вы это должны понять и здесь написать в техническом задании, вот здесь, сделать себе отметку. Например, чаще всего это бывает, когда у нас выступ грудных желез. Когда грудь достаточно большая и развита, а бедра за ней не успели. Ну, сейчас так модно, пожалуйста. Или с возрастом у нас такая история бывает, происходит. Поэтому смотрите внимательно и записывайте, и знайте вот эту вот особенность. Что-то изменить здесь не нужно. Дальше. Если у вас наоборот полуобхват груди меньше, чем полуобхват бедер на 6 и более сантиметров, 7, 8 и так далее, да, то фигурка у вас будет уже нижнего типа, то есть она будет рисоваться вот такой. Сюда входят так называемые вторые бедра, да, галифе, можно услышать вот такое вот изменение, да. И что тогда вам нужно сделать? Когда вы будете сталкиваться вот с такой фигуркой, у нее появляется уточняющая, дополнительная мерочка. Вот сейчас я вам сюда ее запишу. Это длина до талии. Давайте, длина. Д, длина из, до бедер. Длина изделия до бедер. ДБ, допустим, вот так ее назовем. Почему? Потому что бедра могут быть очень низки. Они могут, длина от талии до самого широкого участка бедер у такой фигурки может доходить до 28 сантиметров. И линия бедер у вас будет корректироваться. Она будет, естественно, опускаться ниже. Если у стандартной 17, 18, 19 сантиметров, мы будем это отражать в построении, да, то у такой фигурки вы напишите. И пишу я это обычно вот сюда. То есть, когда дохожу до измерения длины изделия, вот сюда эту мерочку я себе записываю, на каком же реальном уровне у нее находится самая широкая часть фигурки внизу, снизу. И отмечаем это обязательно в техническом задании. Следующее. В этом же первом пункте. Если вы сравниваете характеристики талии, полуобхвата талии, и груди. Конечно, талия меньше, чем полуобхват груди. Полуобхват талии меньше, чем полуобхват груди на 10 сантиметров. Это будет стандартная характеристика. Пример. Полуобхват талии 40 сантиметров, полуобхват груди 50 сантиметров. От 50 отнять 40 получится 10. Плюс-минус 1 это тоже будет стандарт, конечно же. Плюс-минус 1 это тоже будет стандарт. Для чего вам нужна эта информация? Смотрите, мои хорошие, если у вас разница получилась не 10 сантиметров, а только 5, о чем это будет говорить? Что талия большая относительно груди. Значит, придумывая свой фасон, разрабатывая технический эскиз, вот этот уже конечный наш технический эскиз, который, платье, которое мы будем ей шить, блузки или пальто, или чего угодно, да? Вы не будете на нем рисовать горизонтальную линию в области талии. Предполагается, что не нужно делать отрезной талии, не нужно делать каких-то акцентов на талии, драпировок, вот часто делают драпировки под грудью в области талии, да? Какие-то поясочки яркие, другого цвета размещать в этом месте тоже никак не нужно.
И видите, вот этот вот небольшой анализ помогает вам избежать, в общем-то, грубых таких ошибок в продумывании нашего образа, в создании технического эскиза будущего нашего изделия. Уже снимая мерочки, вы уже понимаете, с какой фигуркой вы столкнулись. Я уж молчу о том, что эта же самая история будет влиять на выбор прибавок. Подробно о выборе прибавок мы поговорим с вами тоже попозже. Вот. Итак, это был первый наш... Давайте вот так положим. Значит, тема у нас «Характеристики стандартной фигурки». Это первая история, это продолжение ее, верхний, нижний тип. И вот сюда положим. Что еще здесь нужно добавить? Добавить нужно здесь следующее, что, посмотрите, форма тела – перевернутый треугольник, если фигурка верхнего типа, и форма тела – вот такой вот прямоугольничек, да, если фигурка нижнего типа. И выбирая форму одежды, я уже точно знаю, что идеально подойдет вот такой фигурке юбка, зауженная к низу, юбка-карандаш, да, чтобы общий силуэт повторял контуры. А вот такой фигурке с нижним типом, с широкими бедрышками, никогда не подойдет юбка-карандаш, а подойдет, наоборот, юбочка, немножко расширенная к низу, потому что она будет иметь трапециевидную форму, и вот эти низкие вторые бедра иногда там будут прятаться. А при наличии еще тонкой талии будет все очень даже красиво и женственно. Вот так, мои хорошие, вывод следующий. При выборе формы одежды, при продумывании образа в первую очередь работает форма одежды, и только потом уже всякие мелкие детали, вы будете отталкиваться от контуров женского тела. А контуры, какие это контуры, вы исследуете и понимаете это как раз вот на этом этапе. Тогда ваш выбор будет безошибочный. Очень часто люди мне говорят, я хочу воротничок такой-то, я хочу там драпировочку такую-то. Я говорю, а какая у вас форма одежды? Да я не знаю, какая там форма одежды. Вот это заблуждение, грубая ошибка. Увлекаясь деталями, мои хорошие, вы теряете главное. Вы сначала должны вот это все сделать, выбрать правильную форму. Эта правильная форма достигается в том числе правильным выбором прибавочек, тоже говорить будем об этом попозже, да? Вот, выбираете правильную форму и только потом размещаете на ней какие-то мелкие акценты. Например, уместным акцентом вот здесь будет, допустим, какая-то широкая яркая полоса вот тут внизу нашего изделия, она визуально расширит наше платьишко, зауженное к низу. А ярким акцентом вот здесь будет являться, наоборот, какая-то яркая деталь вверху, потому что она уравновесит вот эти широкие бедра. Ну и про это говорить можно бесконечно долго. Это еще вызовет целый наш урок. Я на Ютубе дала такую тему подробно. В книгах о нестандартной фигуре я пишу об этом подробно. И, пожалуйста, отсылаю вас туда, чтобы вы могли познакомиться с этим детально. Вот такие книги, другие книги выходят, сейчас на выходе новое издание идет книги, энциклопедия, безлекальный метод кроя издательства СТ будет осенью. Я думаю, что вам очень понравится. Там очень много подробной информации на эту тему. Ну а мы идем дальше. Итак, второе правило или вторая часть из того анализа, который я всегда провожу. Посмотрите, мы измерили с вами ширину спины. Посмотрите на видео, где она измеряется. И ширину груди первую. Посмотрите на видео, где она измеряется. Это мерочки в данном случае. Вот это ШГ1 и вот это ширина спины. Так вот, ширина спины у стандартной фигурки всегда должна быть чуть больше, насколько даже не важно, чем ширина груди первая. Если вы это увидели в тот момент, когда вы снимаете свои мерки, вы ни о чем не волнуетесь и не беспокоитесь. Вы спокойно продолжаете работу дальше. Но если вы это увидели, что это у вас не получается, то первое, что вы должны сделать, это поискать ошибку. Так бывает, когда у вас ширина спины становится уже, чем ширина груди первая, тогда, когда человек отвел плечики назад, соединил лопаточки, когда выпрямился излишне, то есть принял форму по стойке смирно, стараясь показать, какой он статный, ровный, красивый, нисколько не сутулый. И вот это все неправильно.
Потому что стоит вам построить выкройку вот по таким измерениям, а в жизни он примет свою обычную осанку, то, мои хорошие, вы понимаете, что спинка ему будет мала, а здесь у нее будет лишняя ткань, пройма сдвинется далеко в сторону спинки, и это будет брак в работе. И вас это, конечно, не устроит. Поэтому сначала вы сомневаетесь и пытаетесь эту ситуацию поправить. Да? То есть все-таки постарайтесь увидеть, чтобы спинка была больше, чем ШГ1. Ну а если все-таки, как бы вы не поправляли свою ситуацию, не измеряли, у вас получается, что наоборот, спинка уже, а ШГ1 шире, ширина спины меньше, а это больше, тогда фигура у вас по факту перегибистая. Но этому вы должны обязательно отметить, это должны вот в этой строке, допустим, где-то, где вот здесь вы должны отметить это обязательно себе при снятии мерочек, да? И потом еще разочек в конце расскажу одну вещь про это. Найти этому подтверждение. Следующее измерение. Вы сравниваете мерочку. Ширина груди вторая. Вот она у нас, 22 сантиметра. Вот она, ширина груди вторая записывается. И мерочку ширины спины, опять же. Конечно, ширина груди вторая, она измеряется по выступающим точкам грудных желез, поэтому она должна быть всегда больше. Всегда больше. Другого значения здесь быть не имеет права. Если у вас получилось наоборот, это значит, что спинка у вас крайне широкая, там могут быть круглые лопатки, очень сутулая спина, выступающие лопатки, большие жировики какие-то, и при этом у вас будет очень мелкая, маленькая грудь, ну, невыразительная, прям так скажем. Оно вам надо? Вам надо всегда быть красивыми. И поэтому я вот эту мерочку буду всегда менять в сторону, конечно же, увеличения. До какой степени? Да до такой степени, чтобы вот здесь получилось бы хоть на полсантиметра больше. Пример вот такой. Если у меня получилось ШГ2, скажем, 19 сантиметров, так? А ширина спины у меня получилась 20 сантиметров. И мне это абсолютно не нравится. Тогда я возьму и вот к этой мерке прибавлю 1,5 сантиметра и запишу уже не 19,5, а запишу 20,5. То есть ШГ2 у меня будет 20,5, а ширина спины у меня будет 20. И у меня на 0,5 сантиметра ШГ2 окажется больше, чем вот это. Да, я хулиганю. А вот этим я как раз приближаю свою фигурку к правильным пропорциям, к стандартным характеристикам. И я улучшаю ее тело. Если у нашей девушки, у которой такой у худеньких иногда бывает, это все произошло, грудки у нее небольшие, пусть лифчик оденет с пушапом. А если даже она не захочет его носить, то я в своей выкройке создала ей выпуклость в этом месте, вот в этом месте, понимаете? И тогда я ее немножко украсила. Я не сделала ее похожей на девочку-подростка и мальчика какого-то, да, худенького, а я ее немножко украсила. Вот так я похулиганю иногда. Если рассказать вам практику мою из жизни многочисленную, то были у меня такие случаи, когда я снимала мерки с фигурки. Высокая фигурка была, но худенькая, сутулая, несимметричная абсолютно, сняла вот так вот мерочки, записала, посмотрела на них, закрыла вот так вот их глазки на это все, и вот сюда написала то, о чем вам сейчас рассказываю. То есть я их немножко придумала, недалеко я ухожу от этих мерочек, но я сочинила свое вплоть до осанки. И тогда мы построили, выбрала при этом правильные прибавки. И мы построили такой костюмчик у меня получился, что этот человек потом заказывал, забирал одну вещь и заказывал другую. Все это было в истории. Хотя я построила выкройку совсем не на ее, казалось бы, мерочке. Ну, это редкость. Так бывает крайне редко. Это исключение из правил скорее, чем норма. Четвертое. Итак, длина до талии по спинке. Эта мерка у нас вот эта. Она сравнивается во время измерения с высотой плеча косой. Вот с этой косой мерочкой, которую мы по спинке меряем. Из конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником. Так вот, они должны быть примерно одинаковыми. Плюс
плюс-минус 1 сантиметр. Допустим, здесь 40, здесь 39, 40 или 41. Тогда все хорошо. Если вы вот это видите, тогда вы спокойно идете дальше. Если как бы вы не смотрели вот на это все, у вас так не получается. Во-первых, у вас может быть ошибка. Почему? Потому что легко вот это вот плечико сместить линию. Вот эта линия плеча, которую я вам показывала в прошлый раз, да, она легко может наклониться как-то на фигурке в эту сторону, куда-то уехать, уплыть, да. И измеряя вот эту вот косую мерочку, вы этого не заметите. Поэтому проверьте еще раз, как лежит у вас вот это плечико, а потом только начинайте измерение. Так? Ну и что тут я вам пишу? Если ДТС все-таки у вас оказалось... Вот эта мерка больше, чем высота плеча косая, на целых 3 сантиметра или более. О чем это говорит? Это говорит о том, что ваши плечики очень покатые. Вот такие вот. Ваши плечики, давайте вот здесь положим. Вот такие, очень-очень покатые. И вот этого кусочка не достает. Это пример моей фигурки, например, да? Надо сказать, что работа с такой фигуркой крайне сложна, потому что нужно... всегда выпрямлять вот этот вот плечевой пояс. Вот таким его делать, да? Требуется использование плечевых накладок подплечников. Или в крайнем случае, если вы шьете летнее платье, какие уж там накладки на жару, нужно делать вот такой вот вырез. Вырез вытянутый и лодочка, чтобы вот эта часть у вас не заполнялась. Тогда этого не будет видно, и ваши пропорции будут выглядеть хорошо. Я тоже могу много говорить на эту тему, но это не входит в подробности. Я сниму ролик, возможно, выложу его на YouTube на эту тему и постараюсь рассказать там более подробно и детально об этом. Ну а пока вы должны понять, вот если в случае со мной, что я делаю? Я зачастую себе не откладываю вот эту мерку низкую. У меня, например, здесь 40 ДТС, а высота плеча косая у меня всего лишь 37. А я себе пишу 39. То есть я опять же меняю вот эту мерочку в пользу стандартной мерочки. Если ткани у меня формоустойчивые, если они держат форму, если они не слабые, трикотаж и не провариваются, или какой-то шелк тоненький и легкий, да, то у меня получается плечевая линия спрямленная. Да, здесь образуется пустота, но ткань с вточным рукавчиком эту пустоту заполняет. И иногда это очень даже незаметно. И, конечно, я могу поставить плечевую накладку и заполнить ей. А в таких вот, например, тканях, как неопрен, сегодня очень толстая, формоустойчивая ткань, я иногда даже этого не делаю. Оно и без этого держит все хорошо. То есть вот такие вот маленькие хитрости есть в снятии наших мерочек, что касается плеч покатых. Если, например, у вас... Что, по времени? Выходим? Да? Сколько минуток? 3 минутки. Хорошо. Если по времени, если у нас длина до талии по спинке оказалась наоборот меньше, чем высота плеча косая, то наши плечики уже не такие вот в норме, а вот такие. Они спрямленные. Давайте вот здесь посмотрим. Они вот такие вот прямые у нас получаются плечи. У некоторых даже вот так. За счет чего поднимается вот эта конечная точка плеча? Увеличивается мерка высота плеча косая по спиночке. За счет того, что плечи очень прямые, раз. Жировики вот здесь вот бывают в области лопаточек под мышечками, два, на спинке. Или опять же вы сделали ошибку. То есть если у вас повернется вот эта вот сантиметровая ленточка, вот она лежит у вас, вот это плечико лежит там. Если вы его не заметили и оно у вас наклонилось вот так, естественно, вот эта мерочка станет больше. Значит, она должна лежать строго посерединке плечика. А если вот так опустилась, то, естественно, эта мерочка будет меньше. Ну, я надеюсь, что сейчас вот вы немножко с этим тоже разобрались. Время опять наше подходит к концу, поэтому мы сейчас сделаем остановку, и продолжение будет следовать.